Если вы заметили, мы на канале стараемся давать максимум информации не только от себя, а от людей, которые пережили какой-то опыт, у которых есть интересный опыт, которым есть чем поделиться. И мы очень рады, когда люди готовы на это. И мы призываем, если у вас есть какая-то информация, какой-то свой опыт интересный, полезный, любой, то есть как бы практичный опыт. Не вот такой вот, где как вы там... как это, скомбиновали, да, чтобы остаться или там еще чего-нибудь, а именно живой, настоящий, вот такой практичный опыт, как вот остаться, как приехать, как найти хорошую работу, как составить резюме, неважно. Это могут быть, я не знаю, то есть так получилось исторически, что таких людей, которые готовы чем-то поделиться, это в основном, ну, это информатики. Вот так, ну, просто круг нашего общения, вот люди, которые нас смотрят и готовы делиться информацией, это вот так вот получается. Каких-то профессий, скажем, других мало, поэтому мы готовы снимать строителей, крановщиков, водителей такси, там, водителей Uber. Вот любой опыт, он будет интересен, особенно если это будет полезно нашим зрителям. Если у вас есть такая информация, ну, будьте звездой канала, что ли? Да, это касается не только позитивного. У вас может быть негативный опыт, на котором тоже можно научиться. Это могут быть не обязательно украинцы, ну, вообще русскоговорящие, украинскоговорящие. Это могут быть и поляки. Если вы считаете, что у вас есть что рассказать большой аудитории, ну, как бы в рамках канала, поверить, то мы только будем очень рады. Мы рады, да. И нам будет приятно, и людям полезно. То есть почему нет? Ну вот, поэтому... Стань звездой канала. Да, станьте звездой канала. Ну, громко звучит, но действительно, если... И вы знаете, те, кто делились чем-то на нашем канале, они нашли много интересных знакомых, друзей, возможно, даже. Очень много для себя открыли. То есть им открылось через эти вот... Через свою готовность поделиться, через свою открытость. Вот, и мы будем только рады. То есть это и канал не только вот, чтобы мы там свои моськи показывали, то есть все, что мы хотим, да, говорящий голос. То есть мы действительно рады всегда снять, поделиться. Кстати, у меня есть отдельная, как бы, или это отдельная, можно сказать, про полицейские, что тех, кто... Нет, у меня есть такая вот даже большая просьба, есть такое как бы мнение, что полицейские, ну, к сожалению, это на практике это так, да, что большинство украинцев используют тему полицейской школы, чтобы просто приехать, такая путевка в Польшу, потом бросают учебу, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы об этом говорили, что лавочка скоро перекрывается. Но я очень бы просил, чтобы те, кто, мы знаем, такие люди есть, те, кто отучился или учится, или продолжает учиться в полицейской школе, и по этой специальности работает, или это ему... как-либо помогла полицейка, помогла в Польше лучше устроиться, вот мы очень просим таких людей отозваться и дать интервью или хотя бы раз, ну, лучше, конечно, чтобы вы это рассказали. Чтобы от лучше, первого, ну, лица, от первого лица, там, да. Так мы, у нас информации хватает, и мы о ней говорим. Да. И что это не пустозвонство, да, что это действительно, что эта вещь может что-то дать. Что вот, ну, это, и я знаю, что такие случаи есть, поэтому вот такое предложение. Вот, поэтому мы будем рады и будем благодарны за ваш вклад вот, в наше общее дело. Ждем писем и встреч с вами. Да, пишите на почту, почта под каждым видео есть, и будем рады с вами встретиться.